Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено обзору выставки ярмарки в городе Кропоткине «Декоративные птицы». Вот, пожалуйста, адрес, время работы. Вот такие собачки 12 по 8. Здесь даже рыбки есть, смотрите. Тебя не мамишь. Мешок могу. Да, мешок. Мешок, если есть. Если нет, я знаю. И на 120 сейчас. Для любителей голубей. Вот, пожалуйста, обратите внимание, голуби. Вот тут сразу и цена, видите, 300 рублей. Так, идем дальше. Сегодня погода холодная, где-то примерно 0. Ночью минус был, сейчас, честно, не знаю сколько, но холодно. Вот попугай в багажнике. Также вот обратите внимание, здесь растения разные растут. Все, что будет на видео, все можно здесь приобрести. Время у нас сейчас 8 утра. В принципе, еще ассортимент хороший. Желающие могут собираться, приезжать. Елочки приобретать к Новому году, настоящие, живые. Вот канареечки первые встречают на пути меня. Так, идем дальше. Ранцы они вот такого. Морские свинки и ранцы. Здесь вот разные всякие. Американцы это вон, которые такие, как ты. Американцы в какую цену? Тысяча. Вот это американцы, да, по тысяче. Это по тысяче. Крысы вот тут есть. И мышки тоже есть. Сейчас сниму. Он бы десяток, он сказал, говорит, я рублей по 16, по 17 возьму. Я тебе позвоню, я не знаю сколько. Сколько Сенегала? Сенегал где там? Я тебе сказал, я не знаю, я не буду. Запай, пока не умею. Потому что у меня рубик сидит, блядь, и все пробуют рубик. Вот дикие птицы, щеглы, чижи. Снегири вот есть, обратите внимание, снегирь. Карелы, бочки под вино. Ну такая красота, пожалуйста. Будка для собаки. Вот цена. 15. Вот баня на колесах. Кто мерзнет, принимаем баню, греемся. Вот выставочная волна. Цена 2000. Эти световые тоже 2000, да? Эти тоже 2000. Давай. Вот клеточки продаются. 600 рублей. Ну, клетки так хоть. Чем думаешь, когда, блядь, едет на рынок? Вот, оно как переноска, блядь, взял. Жако кричит, громко кричит. Он перестал кричать, телефон у меня. Вот как аду спокойно себе смотрит. Холодно. Нет, не на
Рисовые малины. Да, конечно. Знаешь, сколько стоит? Сколько? О, много-много тысяч. Ёжики. Ни головы, ни ножек. А вот большой голод. Видите, да? Вот снегирь рябину ест. Щеглы. Седоголовые пока не попадались в кадр. А утки в какую цену? Да. Полторы. Вот эти утки полторы. Так, эти непонятно, сколько хозяина нет. А в какую цену такие пушистые? Полторы голова. Полторы голова голуби. А ко мне домой прилетала сова. Какие жила? У нас были не такие, у нас другие. Совушки. Четыре вида сов. Смотри, какая она классная. Сидит такая невозмутимая. Это никто. Ты подойди на минутку, я завор есть. А в какую цену канарейки твои? Да я уже Юру простроил. По 1000 самец остался шифер. Вот самец 1000 рублей стоит шиферный. Нет. Что, вывел? Самочки по 600. Сосед стреляется. А я все тебя, думаю, блядь, никак не увижу. Думаю, я бы тебя наделил бы там, чтобы 20-30. Какие попугаи у нас здесь водятся? Это розыва красная, неразлучники, карелы, павлины. Выставка очень большая, поэтому пройду, наверное, один ряд. Все не удастся. Холодно. Тут как бы и куры есть. Сейчас пойдем поближе. Вот рыба есть живая и копченая. Вот канарейки с Краснодара. Если я не ошибаюсь. Плохо видно. Они клеенкой замотаны. Под клеенкой. Здесь сам остался, Елизавет. Это пара. Сейчас попробую а показать. А, я вон, она прячется, не вижу. Желтый красавчик. Я думал, продали. Так, самку отдельно не продадите, нет, да? Нет. А в какую цену вот эти в верхних клетках? Ладно, хорошо. В какую цену вот эти? Эти уже проданы. И сколько стоили? 5. По 5000 голова вот эти стоят. Вот эти по полторы, самцы, самочки по 500. Зебровые рыжие амадины. Это вот гульдовые амадины. Вот какие-то волнистые, интересные. Вот поют прямо на выставке птицы. Канареечки красные.
А в какую цену ваши вот эти петухи? 1500. 1500 петух. Вот видите, люди снимают на более профессиональную камеру. Сейчас я вам его покажу. Пожалуйста. Холодная, горячая. Вот для рыбаков, пожалуйста, есть сети. Там не видно. Отвернулись. И развернитесь. Дрессированные. Дрессированные, да? Да. Иди сюда, Манька. А что ты сказал? Сейчас Маньку поймаем. И сколько такая Манька стоит? 1000 рублей. 1000 рублей, пожалуйста. Маленькая. Вот такая красота. Это какой возраст у нее? Полгода. Полгода, пожалуйста. Все, спасибо. Ребята, вот, пожалуйста, зерно. Спрашивают, где берем, каким кормом кормим. Вот покупаем здесь все на россыпь. Просо, рапс, сорго. Ведро семечек 150, рис 250, овес 220 ведро. Ну, примерно такие цены. Вот берем все это дело, перемешиваем и кормим. Выбор зерна очень огромный. Смотрите, здесь, там, там, дальше проходишь, и опять зерно. Любое зерно есть. Привет, Андрей. В прошлом году брал, короче, 9 рублей. Осенью, в сентябре брал. Видите, в прошлом году брал по 9, в сентябре уже по 12. Сейчас 14. Все дорожает. Даже вот конопля есть, пожалуйста. И канареечкам можно давать коноплю. Попугайчикам. В какую цену? Говорит мой товарищ, если это сука, рисовки почем? 500? Приятнее, наверное. Чижики, пожалуйста. В какую цену чижики? Он даже крепко рыбачит. Так, вот такие клеточки, вот 2000, дубовая. We'll be right back.
Какую цену такие голуби? 700 рублей. 700. Как порода называется? Шейки. Шейки? Да. Эти тоже по 700? Да, да, да. Боже, вот, ребятки, тоже по 700 шейки. Вот еще зерно. Тоже хорошее зерно. Человек занимается давно. Любое зерно. В общем, голубей здесь в основном преимущество голубей. Некоторые без хозяина, поэтому ну, не могу я спросить, как, чё, почём. Вот. Здесь вот девочки, самочки. 1500. Здесь мальчики 2500. Они в клеёнке плохо видно. Вот усатая синичка. Щеглы. Маленькая сова. Освободить будет? Да не буду, не чтобы она была это самое. Что было? Домой собираться тяжело или сюда? А? Потом собирать, блин. Вот в багажнике неразлучники. Японские мадины. Вот голуби. Это канарейк мало зимой продается. Папарацци. Какую цену такие голуби? 500. 500 рублей. Так, как эта порода называется? Ой, белясы. Это белясы, а цена? Белясы, ну, 700 рублей. 700 рублей. Это лысые белоголовые. Это лысые белоголовые, а цена? 500 рублей. 500 рублей. Поясастые. Поясастые. А цена какая? 500 рублей. 500 рублей. Это почем? 300 рублей. Это вот 300 рублей, говорят, что не кондиция почему-то. Вот такие вот цены, ребята. А в какую цену такие белки? 8? Вот такие белочки 8 рублей. Здрасте, а почем ваши фазаны, почем? Смотрите, как ругаются. Не мешай работать. Не мешай работать, говорит. А потом жалуются, клиентов нету у него. Никто не знает, что он тут торгует. Да. И вот Петька. Фазаны. Спит. Сейчас мы его разбудим. Петя. Павлины в какую цену? Почем павлины ваши? 8. 8. 8. 9. Вот голуби, 50 рублей. Это корзина. Давай, посчитаем.
Голуби полетели. Вот еще летит один. Он особо не летает. А какую цену голуби ваши? По 500. Так, а вот здесь птица интересная. Как эта птица называется? Кеклик, каменная куропатка. Это вот кеклик, каменная куропатка. В какую цену? 3,5-4 пара. 3,5-4. А вы сами откуда? Из Ставрополя. Ставрополь. Давайте номер телефона продиктуем, может, кому что-то заинтересует. 8-928. 8-928. 3-2-6. 3-2-6. 3-4. 3-4. 5-6. Зовут Сергей. Обращайтесь, ребят, кому интересны фазаны, кеклики, куропатки. А это фазан, да? Да, синий ушастый. Вот синий ушастый фазан. Все, пожалуйста. Звоните, общайтесь. Может, кому-то что-то и понадобится. Это вот как бы сегодня одни из самых лучших птиц, на мой взгляд, на всей ярмарке. Много хороших, но это вот одни из самых лучших. Я так думаю. Все, дорогие друзья, видео подходит к концу. Благодарю за просмотр. До скорой встречи.